Доброго вечора або ночі, у кого як по часу. Сьогодні буде стрімчик по Терарії. Мій друг, так сказати, виглянув мене, погамить в Терарію. Йому так сподобалася тематика модів, тому можу побажати приємного перегляду. Зараз він поки що заходить, а я поки що запускаю сервак. Корд ёбаный. Ага. Все же стол после обновления, это пиздец. Жеза, жеза. Работал нормально, работал, все хорошо было. Веб включить, так сказать. Там уже вовсю рубаешь? Не-не-не, я только расчехляюсь. Ну, расчехляйся, пупи. Запускаю сервак. Ну запускай. Так, а что мы там должны сделать? А, мы там какой-то кучу NPC еще не получили. Ага. Надо будет там будочку строить. NPC еще не получили, куча не пришло к нам. Да. Там надо еще будку другую строить. Ну, каждый дело у нас там с тобой богатенько. Угу. Запустився. Та я понял. Пойду до сика. Я сейчас прийду. Угу. Что так спать? Я шибу. Да может тебе тоже спать, кроме. Чи тебе спать не тяну? Не. Ну, не тяну его. Давай, давай, бежи. Хочу, бежи, 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 давай. Куда бежишь? Зачем бежать? А, ну залетай. Так я уже залетел. Почти. Почти. Я зайду запустить. Угу. Я как такой последовал твоему примеру и построил. Костик. Сейчас, это я пока что не чую. Бо. Настраивался. Я говорю, что я последовал твоему примеру и постригся. На лысо, чи шо? Ну, не совсем. На лысо. Но постригся. Ты меня пугаешь. Кто пугаешь? Чего такого страшного прям нема? Сейчас. Пугальщик ты. Трошки, короче, просто сделал. Я ж он этот, 23-го планую полубокс себе организовать. Пока не дрочи по вечерам. Куда, в телегу скинул? Не. Шо-шо? Как дела? Та, заебись. В субботу еду до девчины. Невесты, точнее. У мене плагіат робить в обратну сторону, прикинь. Єбать ти лох. Чат GPT, сука. Єбай в рот. Охуєнно, да? Це пиздец. Да, там якесь обновлення було на Каламіті. Глянь фоткувай там в Дискорді. Ага, диски, значить. Слухай, нормально, нормально. Осталось усе дорисовать и руку вытянуть. Ты в жопу. О, уже приглашаю. Да, блин, короче. Не, чё, нормально, я тоже так хочу. Вот тоже буду отращивать. Ну, как отращивать. Бока мне счекрыжить, и будет нормально. Я, Костика, ну розкажи, в тебе така їбала була з плагіатом, коли повставляв чуть-чуть картинок, сука, і воно не знайшло плагіат там, де воно його перший раз не знаходило. Ні, не було. У мене було, я повставляла пару картинок, сука, і в мене просто показало, що, блядь, плагіат є і там, коротше, сука, везде. Навіть у висновках, які писалися чисто, блядь, мною. Потому що, ти лох.
Лох — це, сука, призвання. Я тепер думаю, як мені правильно його зробити. Ага. А, це ж Костик пчелу. Я маху. Хотіли вибити пчелу. А, да. Так погнали бджілку їбашить. Сейчас, я хочу трошки сундуки почистити. Давай сначала выбьем пчелку, и тогда будем заодно и строиться на пчелках. На пчелках строиться. Угу. Просто, блин, пацаны. Сегодня по прохождению в советах сегодня. Конечно, пчелки. Я, короче, из руды, которая есть в тучках. Сложно все или не сложно? Понял, что не понял. Да, представление имею. И ну, чтобы появилось, чтобы руду в тучках можно было добыть, нужно сначала вот того червячка замочить, который в кремзоне. Вот у кисту вот ту замочить, понял? Ага. Кстати, будем вешать трофей пчелы или куда-то выкинуть его? А, так есть же он этот. Я ж поставил. Нет, то, что он прям вот такой. Який? То, что над камином висит, на стенку такой вешаем и... А, как хочешь. Так, давай сейчас я тебе выкину эти три штуки. Можешь их продать? Если тебе еще одну выкину. Вот эти, они лишние, мы их продадим. И заробим грешение. Это лишнее. А не, стоп, ласты одни, чтобы на две пары было, тебе и мне, чтобы мы смогли это. Чтобы мы смогли плавать в этой подводной. Не, слухай, ты одни оставил, так? Что, именно про лазы? Не, про все эти шипы. Ну, аксессуары все по одному. А там який... А ну, дай я гляну сундук. О, даже 20... Не, ну слухай. Ах, ну ладно. Давай, це сюди скину, все, погнав. Так, і там ще предпочтення, так. Зараз подождем. Также батарушки пересортировать. Можем какой-нибудь грибной, а в грибном у нас зелье. Ты что, спиздил голду? Не пиздил я голду. У меня одна платина с собой. А будем ложить банку меда в зелье? Или... А ну скинь мне еще раз этот. Я тебе Гриши все. Да нет, я Гриши я. А я тебе все свои гриши скинул, у меня нема гриши. Честно, я тебе все гриши какие-то. Не понял я. Куда я гриши дел? Блядь. Нет. Да, посмотри, да гриши валяются, бо я уже тебе все выкинул. А ну еще раз глянь у себя. Бо я случайно мог только что выкинуть их на улицу. Ну, не на улицу, а из своих рук. Не, не мама гриши. Серьезно. Я моя. Так, трошки на руду перебрать. А ты хоть на себе не сделал кирку хорошую из руды? Нет, пока нет. Сделай хорошую кирку. А какую здесь хорошую? Ну, вот эту, которая красная. Которая лучше золотой, понял? Объясню. А для чего еще необходимо? Вот так, руда красная. Красная руда и те кусочки. А, точно, да. Так. Такое еще сложить. Я бы вообще бур хотел себе забрать. Плазменный корень, он же классная штука. Подожди, тут броня. 7-7.
Ладно, потом используешь. Еще и регенерация здоровья. 20, 25 и 15 45 60. О! Пытаюсь пока что рассортировать. Барахла всякого сколько. Ахуй. Бля. Там, да, блядь. Долбоёба кусок. Вот шо я. А шо такое? Слитки. Хорошо, что я не все слитки заюзал тоди. Короче, деякі слитки выкинул у смітник. И много слитка. Да нет, там фигня оставалась. Фига себе. Что это такое? Музыка какая-то. Да, слизнепот. Слизнепот. А, с неба типа сыпется. Угу. Так, я пока сейчас дальше буду раскладывать. Что у нас по зеркам, кстати? Что у нас по зеркам? А тут будем еще этого мочить. Босса мочить. Бдилок! Угу. Да не бдилок, в принципе, на них пригодятся. Ну, кстати, музыка какая-то странная, если у меня есть лист, но я такой еще не слышу. Погнали. Не, сейчас я пока рассортирую сундуки. Еще долго сортировать. Хочешь пока сбегать и сделать? Вот тут писать в сундуках вообще зависит, мы пойти правильно писать. Ну и сколько лет мы сразу. Давай, короче, вот тут сундук, что... А. В этом, что заросшем сундуке... мы сюда положим. Понял, то что я тут край складывал, это все призывал. Перегруженная слякоть, полка. А где еще призывалки? Призывалка, призывалка. Вот аксессуарный призывалка. Блин, сейчас как... Опа! Где? Вот это нихуя себе! Это нечестно! Так нечестно! Как ты упрёшь из этих помочек? А ты выскакивай вот туда. Туда. Давай, давай, давай. Там ще якийсь рубін, блядь, літає. Так, мене накрилися медним тазом. Ща затикаю її. А тебе даже мішок не випав? Випав. Не-не. Не, мне мешок не выпал. Значит, мне не выпал. Может, ты его больше продамажил? Вполне возможно. Так, давай, может, чисто попродавать всякие хипеням собачьим. Живет барахла, куча всякого. Эх, смотри, что продаем. Слизни оставляем, гель, слизни. Сюрикены, мы же их не юзаем. Нахрен. 10 урона, сраку. Мрамор, сраку. Бомбы я сдал. Бомбы оставил. А? Кажу, бомбы оставил. Понял. Веревка. Да веревка сколько вам уже не нужна. Продавать. Паутина. Песчаник. Вольфрамовый металлолом. Пустынный факел. Песок порванной ткани. Убийство мучения. Бомбы оставляем, да? Да.
Гель вроде бы нужен тоже. Не, гель, да, вроде бы штука полезна. Я какой-то сундук бы под оружие отделить, по на самом деле, дохера уже скопил. Оружие. Вот там, кстати, вверху зелье червоточек. Какой можно сундук под оружие? Буду сюда. Оружие, оружие. А! Да, Костик, надо подумать по поводу оружия. Там такое. Ставить шоку, да? Ну, помнишь, у нас тоді складировалась зброя, и мы толком ее не використовували. Тому пропоную одразу перебирать и нахрен продавать. Тільки ті, які матеріал підписані, ті і залишати. Можна ще ксуарить. Думаю, ти мене поняв. Да, еще бы аксессуары одинаково попродавала. Так, магазин, еще мы продаем. Старую броню тоже продавать. Нужно какой-то новый материал, который мы еще не знаем. Его подкодировать. Дробовую сферу, энергетическое ядро. Динамит. Давай тут разделенные камни даже складывать к руде. Должно быть рядом. Слухай, а куда ты монеты дел? Бабло пока еще никуда не дел. А ну, скидывай мне. Бо я бачу, в сундуку уже нема. Сейчас я пока посортирую трошки. Бабло сюда! А хера тебе то бабло сраное. На. Бабло. И все? И все? Чё, не сильно я тебе я грабил? А где платье наделось, алё? Я беру пока, все нормально. Просто пока сортирую. Да платина. Так, размещаю. Где-то есть, где-то тоже. Не вкрал, не переживай. Переживай, что вкрал. Правда. Что за журнал «Морская биология»? Мабуть, этот там описывается. Серьезно, что там описывается? Эти, то помнишь, до медуз заплывали? Угу. А за блоки поскладируем, что-то сейчас строить, чтобы она мешает. Где платина? 4 платины было. Ты на что с ним лабораторным барахлом делать? Типа строить из него? А хер его, можешь продавать. Думаешь, там может все-таки штука редкая. Ну если мы так быстро накрафтили их, я думаю, не так-то и редко. А что мы накрафтили? Нет, это именно понял, лабораторное то, что вот это... Тебе объяснить, то, что мы доломали, помнишь? Электрический, я понял. Ладно, разберемся, еще бомбы. Я же правильно понял тебя. То, что мы то разнесли лабораторное. Там, где роботы, турели, то... Ну, шесть типа. Ну, правильно я тебя понял. А
Ладно, можешь пока, короче, этот золотой сундук, который возле Грибного, там, походу, все продать или удалить нахер, там вообще какой-то барахло. Там вообще какой-то. О, есть желтый поисковой механизм. Стремительно направляется к лаборатории, расположенной в небе. А в небе есть лаборатория? Ну, бач, теперь понятно, что да. Пока надо его чем-то зарядить. Тюша, пошукай эти батарейки, попробуй зарядить. Кого? Батарейки? Угу. Не чуешь, может, это как-то получится. А чё у нас ядро у ящик, куда у нас этот ёбаный урод, я бомбы, да пиздец, ёбаный контрол. У нас же руда должна быть, только руда в тем ящику и драгоценные камни. Ну а там что не так? А там бомбы нахрен, нахрен они тут нужны? Так а чё, с помощью чего добывается руда? С помощью бомб? Не, бомбы это другой сундук, а там где зброя в основном. Куда их ложить, есть какие-то варианты? Найдется, но точно не до руды. Надо и так руды накрафтим стики, что и не будет миссия. Чё у нас знамя, нафиг не нужно этот? Ну, 10 вот это если не хотите. Я его продам сейчас, что его складировать? Для красоты. У нас уже то, что надо, уже этот. Думаешь, что все летят? Я дубли продаю. Где платина делась? Тогда я пока, ладно, потестирую оружие, которое не интересно продать. Что это за звук такой? А, это звучал. Жука мы оставляем вот этого, который призывается, или... Она, ну не знаю, мне он как-то по урону уже меньше, чем то, что я маю. У тебя же против глаз поярче, правильно? Да, да, да. Я за что и кажу. Куда, бля, 4 платины в проёбе, ёбаный рот. Да не факт, что 4. Уже потратил. Да никто ничего не тратил. Всё хорошо, не купишь. Сейчас мы найдём твою платину. Та она, вона у тебя. Я что-то уверен, что она у тебя. Так, призывалки, дубли, ракушек. Это... Старый охранный сундук. Где ты его берешь, драгоценный фигник? А? Перо, челюсть. Я так дивлюся по ящикам, а у нас багато... Однаковых этих в разных ящиках. Ну, сейчас я пытаюсь их продавать. Пытаюсь как-то продавать. Не кажи, что я платину выкинул нахрен. Я выкинул эту платину. У тебя платина, скажи так.
Или, нет, у меня платина. Или я уже сошел с ума. Да, походу я 4 платины нахуй выкинул. Заебись. О, новые наклепаем. Кипиш, вот. Ладно, все, сбрасываю. Я попиздывал. Я там, помню, замок бачил. А, да, замок. Угу. Так, что там? Бджолка. Да, блядь, конечно, закекались, блядь, серьезно. Только мы с тобой лаборатории разнесли, у нас только лабораторный лаборатор. Костик, а из того, что делается оружие и броня, я его все-таки сложу к груди. Топ-то, ты шо? Ну, материал, из которых броня делается, оружие, такие типа редкие, я сложил их к груди. Ну, давайся. О-о. Цветок не задел на поверхности. Там есть цветок? Да. Ну то есть. А. Это просто красный бёмыч. Да. Мы его проходя. Вроде подчищаем. Потихоньку вообще без забора лох. Один сундук уже свободен. А если бы собрать аксессуары все в одну кучку и понять, что он слышно продать. Так, вот всегда походу реально идти. Я ж одинаковые проводим. Опа, метеорит упал. Я сейчас повторяю. Метеорит? Да. Сейчас пойду его добывать. Ёбаный в рот, фиг этих шмотков. Серьёзно? Попарманём его? Одни. Давай, подлетай. Пока ещё живенький. Хотя я думаю, с этим, с глазом, блядь, у всем.
И у тебя синей херней. А я давай, короче, могу протянуть. Драншак, то есть вообще пиздец был. Ай-яй, горячий окей. Ну, вроде чуть строчки вроде почистил. Ты просто такой же перекачанный, то на тебе и легко. Так, шутка. Хотя да, коли заюзав броню, якой раніше у нас доступа до неї не було, то конечно, блядь, хуйня вопрос. Блядь. Что там такое? Спалився. Ух, ну вроде всякое дерьмо почистил. Да ты шо? Нихуя себе. Что такое? Хотя, ну да, в сравнении с этим, конечно, это херня. У мене глаз поярче буде. Та ото, помниш фантомчика, якого я спочатку тоді брав. Призрака, якого можна призивати. А, це точно самое главное первое, що ми брали, конечно. Угу. Лице монстр. Вот там пиздец. Так, сейчас кое-что еще положу по-русски, если такие, но прям. А я тут прогуливаюсь, так сказать. Ну, погуляй трошечки.
сегодня придбал Detroit Become the Human. Можно было бы я так качать поиграть. У нас одиночная, по идее. Ну, не знаю, Костя, ты же мог ее так скачать. Эти, Костик, ты не разбирался, а что со скрытые удары какие-то еще? Не, кайлы. Да шо? Витас, ты че после тебя? Куда кайли не набирается? Да, поел. Аксессуарами, котик, тут тяжко, бо не выкупаю, как они работают. Те, которые из них пиздец кипать. Трошки пофармил этого. Метели. Таны трошки. Метели. Говорится. Пока что 164. А ты же его добычи, это правильно. Угу. Компас выпал. Компас, компас, компас. Бля. А, этот... Слизень так со мной дружественный проплыл, что я подумал, что то этот, блядь, акула за мной. Я думаю, ёбаный в рот. До речи, что ты не дивився этот відео проходження Call of Duty, то що останні, так сказати, із новинок на каналі. Відео, що вилазило, але поки ще не знаю. Відео, що ти задівав, повідомлення на твій канал включений. Надо буде там. Обов'язати. Я там на одному моменті пиздець як злякався. Ну, то, що в мене з самого малку є один страх. А то прям по ньому пройшов все. Треба бути знати, там десь страх такий. Так, Кіс, подожди, тут треба ще трошки полазити матеріалів. У нас тут нові матеріали з'явилися, це вже вчора, я не знаю. Что здесь такого полезного может тут делать? А мы сейчас поудаляем, вот попродаем. Я заполажу погиду. Я же ничего против не имею. Короче, Костик, если шел в песчаном сундуке, будет аксессуар. В деревянном рядом оружие. Морской пока пустой, а такой заросший будет призывать. По
Ну, я побачу і так. Там, де аксесуари, я ж буду складувати те, що там лежить. Я ще одну призивав, тут рівень череп нашов. Три штуки. Ребрана призивав. Жорсткий типчик. А, я тебе не хвастався, я з Half-Life приобрел. Half-Life? Усі части. Серйозно? Та там по скидці було. Half-Life приобрел. Фіга себе. Я думав, да, а как? То, мабуть, два тижні тому, може більше, акція була, я такий, о, хулі нет. Серйозно? Прям я так і купив, воно ж. Типа одиночний, так от чисто проходить. Дивися, другу я та проходив. А, першу, вроді би, проходив. А другу, ну то є, другу частину другої. Ні. Старію той епізод. Так що для мене буде це цікаво, я його не бачив. Ну, в принципі, ну не знаю, я б такой, що почав би і ти пройшов би, так. Ну, якщо не хочеш, то хочеш купити мені, то в принципі можна купити. Може там ачівки повибиваєш? Да. От ні. Є, бачив вже. Які є? Ну. Я не помню, що там датчики. Ну, какие-то все-таки были. Угу. О, перший Каспер. Та не, Каспер уже слабенько. Если ты помнишь, мы только появлялись, тогда Каспер там вот так. Да. Себя положить в этих в крафтах что-нибудь можно полезнее. Так, червяк здесь рядом. Глаз его увидел и победил. Так, едецкий шанс. Ух ты! Вагонетка, блядь, ну ясно. Где там вагонетка? В джунглях. Так, надо постепенно поисковыми механизмами запрыгнуть. Точнее, зарядить надо. Так, призывалки я побудил. Не, він ломається, його треба заново крафтити. Да? Ти вже пробував? Я читав. В описі сказано про це. Я запереть двери постепенно есть материал. Мы
Материал. И сколько материалов? Ужас. Материал. Ну, блин, если честно, это небесное, я поискал лабораторию. Прикол, я сейчас небесный этот розовый лотос найду, а? Что найдешь? Розовый лотос. Что это? Забыл цветок в этом. В джунглях. Что босса призывал? Цветок босс. Да не, еще полтора. Круг призыва Данлайт. Можно экипировать все ближайшие враги и боссы. Отмечаются мишени. Стрелковые атаки, попадающие по мишеням, зимбатым личным уроном. Брошь смертельного выстрела. Бутилку будем ебать, или як? Так, подожди, сейчас. Губка есть. Это продвинутый монитор. Ауритовая квантовая охлаждающая ячейка. Ё-моё. Механизм поиска лаборатории. Он на этой рельоне сам чумная. Ёпу пою. Ну я чекаю на тебе. Сколько всякого, ёбаный. Я в зеленой команде, если что. Ого, есть оружка на 3000 урона. Красава, 2400. А мы там ебашили еле-еле, да? Расти 2500 за печку. Нормально. Рейд лаборатории. Ой. Прототип ядра плазменного привода. Бомби привода. Звездная ярость, у тебя уже есть. Кстати, зачарованный бумеранг. Ковер самолет. Прикольно, так позволяет летать. Это хорошо. Морская удочка, 20 навыка на жизнь. Граф, творная полка. Андрюха. Что? I'm waiting in jungle. Ой, интересно, столько всякого. Аквамариновый посох. Адрес на тени, меч морского блеска. Блин, можем, в принципе, морскую тематику оружить. Посох духа Беладонны. Ух ты, мы сейчас можем походу... А, не, нужно красный древесинник быть. Цветок Ятевил. Наковальня. Бросает могущественную розу на цепи. Зелье прыгучести, зеленый поисковый механизм. Штаны джунглей. Ну, это намага больше шипохват.
Травяной клинок. Тилу призывает электрического баллона. Да. Предмет разработчик. Грозовол, пантерь, моллюск. Сейчас Костик трубки положу, вот тут куча предметов, они именно эксторовы, они все с этими с материалами. Все как? Они все качаются. Сейчас Костик трубки положу, вот тут куча предметов, они именно эксторовы, они все с этими с материалами. Все как? Они все качаются. Сейчас Костик трубки положу, будут куча предметов, они... А, нам нужно еще это, чуешь, гоблина найти. Окей, гоблина с супруку, что объединяет аксессуары тоже. Чтобы было проще. И надо, короче, еще сделать посох с 22 уронами призывателя. И сейчас еще из... из чего... Сейчас такие электрические жало нужны. Они пустына мародера. Эти вкуса, Костик, что в этом моде есть тип, который продает мешочки. Что? В этом моде есть тип, который продает мешочки с боссом. Кусочки чего? Мешочки с боссов продает тип, тут есть. О, такой. Заебись. Я как-то не знал, реально офигеть. Все, я понял, какую хочу себе. Так, я не помню, что из чего мы там, для чего пчелки. А банки меда, не? Не, кусочки такие. Это свертевшие. А, это шарушка, то, что накидается. И аккумулятор включил немного. Думовый процесс. Ну, все, вроде разобрал. Материалы закинуть сюда. Сколько тут всего? Кабинет. Что-то там, до речи? Ну я в улью. Мази. Понял. Я бегу к тебе. Ого, пинки. 4 золотые монеты. Я не думаю, нихуя себе. Типа маленький грибочек.
я походу понял про этот грибочек. Так, а я тебя пропустил? Попробуем заквестить и... А если не получится мешок выбить, чил, так хер с ним. Там можно кавер сделать, самолет летающий. Посмотрим на его ингредиенты. Сделаем. Это аксессуар, кавер самолет? Не. Ну, это как крылья. Начально. Но крылья будут аксессуаром. А придавалка у тебя есть? Нет. Заебись. Я же не знаю, что там прозыва. Ой, призывает там пчелиная масса, но у нас сейчас ее нету. Нам точно пчелка нужна, мы же тогда с нее вот и хера уже вещи. Масса есть, ебашим. Банки есть. Так, ма. Нема. Нема. Что ты делаешь? Нема. Она вот тут дома лежит. Я сюда прилечу. Соединение потеряно. Ты хорошо, что не на боссе. Ну, с другой стороны, да. Как это было минулый раз. Ну да, повезло, так я вроде уже с этой смазкой. В принципе, пчела прилетает и так же. Вот. А мне еще бабла с собой куча. 69 монет за. Вообще, мы шланги пчелу и так много раз убили. Но не выпало. Скорее всего, в этом моде мы убрали пчелу. Зеленая команда. Ага. Спасибо, вот нормально вот такого быстрого питомца было. Ну то слизняк он прикольный, конечно. Ну такой себе, просто прыгать вот такой. Ведьмачи, а ты не помнишь, откуда метла? Из этого, из тыквы. Да ты нам до метлы еще такие ворачки, ты шо? Прикалываешься. Нам еще до метлы, блин, мы еще даже стенку плоти не забили. Нам еще до того всего дела. Ой, я забыл, что я беспокоен. Прошки. Mm-hmm.
Не, вроде я помню, тут мы походу переделали слизни. И уже точка. Опа-опа, нихуя себе. Бля, спустися вниз. Не можешь прям ко мне это? Я не могу до тебя добраться. Тут места нема. Ты там еле живый чешал. Ага. А чё так? На, прыгал на ней, на контрактном уроне. До хера дамаг. Захилься. Понял. Кому-то пчёлка не достанется. Угу. Так ты заебешь. Баба нахуела. Манчу как могу. Ты там можем? Ага, а пока забегу. Она червоточина вроде была. Или тот для особо важных клиентов. Да еще. Если хочешь. Я тут сейчас ее добью. Ах, ты падаешь. А ты пиздец устроил, курвочка. Добываю. Не, Костик, не за этого, милишника тяжело, не могу до них дотянуться. Ладно, я тебе пахаюсь. Пробуй либо за стрелка, либо какой-то дальнобойный. Это может быть магическое, не знаю, не факт. Ну я танкующий маг. Ну и танк совместно, больше танк, чем маг. Опять. Вот нахрена нам несколько этих, блядь, знамя зомбаков? Ну, продавай, если хочешь. Пчелка не выпал? Не знаю, я пока что место освобождаю на этому. Не, пчелка мне выпала все-таки.
Котик, если ты про одинаковые вещи, то там этот. Там, допустим, тот для подводного дыхания нам приедет. Я про знамя, знамя. Ну, выкинь его нахуй. Ой, его. Ой. Пока я слышу бабло, нам как-то надо еще хату расширить, чтобы новые NPC приходили. Не, зову по конска выпада. Какая стрелок к нам еще не приходил. Кстати, давай будку трошки расширим. Чтобы нам NPC нужно, чтобы приходили. Да, ты... Окей? Шо? Да, окей. Так, тебе поспособствовать в этом деле, как я понял. В плане чего, что будки построить? Угу. Mm. Да, я был бы за островки погодья. А ты смотрел, что тебе кровавых свитков делается? Шо-шо? Ага, урон, урон. Из слитков крови делается урон. Ага, урон, 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 монета обманака. Скрытные удары. Скрытные удары, тихие ножны, противокислотная мазь, кровавая приманка на червя. А вот. А где про тебя образец крови? Ты не знаешь, Костя? Ты сказал, что он выбывается из какого-то босса. А если бы я знал? Ты сказал мне. Блин, надо сейчас подумать. Может, они у нас уже даже есть, а может и нет. Это какой-то предмет выбил из нее, тебе такой не выпадал? Из пчелы? Может, ты поймешь, что он делает. Какой трошкиный бум-бум, что он делает? О, да. Что такое? Ну, типа урон увеличенный, этот, в зависимости от сопротивления урона. Также должны быть какие-то энергетичные эти... Щиты, но це совместно, значит, с якоюсь шмоткой. Если щитов не будет, то це не будет работать. Так что, ну, сомнительна шмотка, это я скажу так. Ну, хорошо. Сомнительно, так сомнительно. Так, а мы что, рожку... Оставляем. Такая ружка. Так, тут ящик. Есть когти, кинжалы, копья. Так, нам нужно Костика с одной фермы сбегать.
нам нужна древесина. А у нас алима? Нужна черная как раз. Черная, мрачная. Mm. Призывателя в доме стрелковый. Стрелковый. Надо попробовать. Только если попробуем эту кисту запиздить тоже. Думаю, сейчас попробуешь. Да-да. Арена есть, призывалка есть. Тебе метеоритные шмотки вот нужны, не? Какие шмотки? Метеоритные. Надо подумать потом из них. Посмотри, что из них делается у этого, у Гига. Если, в принципе, полезно, то бы не. Погано, что бур сейчас не сделаешь. Сейчас бы сделал бы себе бур и наебал мозга. Хотя, подожди, а ну а если... Хотя, раз, два. Что делает ваш бур? Сейчас шмотки попродаю. Короче, я подивился по шмоткам то, что ты показал так мне. Давай сделаем. Ружки перебрал, сейчас попродаю до хрена яких оружек. Что тебе сделать буру тут? Бульфон? Да я сейчас сам сделаю. Не надо ничего. Покажи рецепт уже, да. Я просто сейчас все материалы возьму и буду делать. Все материалы хочешь? Я пока одну штуку пойду в тестю. Добрый. Так хотя бы малюска сидит. Малюска? Да. Топ-то. Ну помнишь, мы малюска не осилили? Честно, не помню. Который был в подводном мире. Ну, подводный биом, а тут и там малюк. Там, мне... знаю, медузы были. Не, ну, не такой сильный подводный биом, еще прям, медузы. Акулу, помню, мы не осилили. Ну, где вот, где, короче, после лаборатории, вот подводный биом. И там, помнишь, мы нашли этого малюса такого, закрытого. Который жемчужиной. Нет, осылы неоднократно. Не-не-не, то, у которого 2500 хп было. А, ты босса имеешь в виду. Все, вспомнил. Жемчужиной, который. Долго, конечно, чехлился. Вспомнил, да. Можно было попробовать. Так еще подожди. О, бич света. Нихера себе. Я пчелку создать.
Блин, ярко. И хорный, ты шо, в ад залетел, чеша? Не. Просто тяжко. Попробовал замочить в одну рыбу. Нужны зельки и... Короче, бур пока что не этот. А что с буром не так? Материал тю-тю. Хотя вроде есть же материалы на бур. Вроде же были. Ебать, что это? Это ты притянул? Не. Да. Так, ладненько, я пока пойду в этот. Буду строить прямую вот дырку дальше. Так эти, в принципе, можем бегать вот тут для лаборатории маленько. Думаю, осилим его. А может и нет. Думаю, это не осилил, он сказал, что попридавлю вам. Интересно, две будки мы быстрее подкопаем здесь. А чё мы с тобой не были в морозных землях? Летим на землю. В зиме. Ты там уже был, ты там точно знаешь. Угу. А давай пока докопаю до преисподней, ты пока будки построй для неписи. Да, удивлюсь. Я пока... Мранитовый расщепитель новый это. Короче, удивлюсь эти. Ну, подивись, поки. Що тут можна скрутить. Слухай, есть предположение, что бур закрыть, пока инженер не появится. Да? Но наковальня просто так он не делается? Фигово, тогда против нашествия гоблинов, чтобы он появился. Там есть куски ткани, но не знаю, чем хватит их на призывалку. Может там найти порванную ткань в сундуке, пожалуйста, втыкнуть его в этого, в гида, и пусть покажет, как там наделать его. Может, это сможем, в принципе, сделать. Если нашествие гоблина, то надо откроется, тут придет. На что? Гоблин. Сейчас сложился. Это может перековать можно. И у него тут стол, который предметы видит, помню. И у него боты еще может нормально. Подожди, не торопись. Так, а где тряпку взять? Тряпка где-то в сундуке. Порванная ткань, да? Угу. Да. Это второй сундук с прозывалками. Кажу, гида. А ну. Плюс древесина обычно. Угу. На ткацком станке. Так, ткацкий станок надо еще как-то поставить. Mm-hmm.
Мы как-то в прошлом этом делали тут каски станок. Да, в прошлом делали тут каски станок, помнишь? Мы его здесь нашли. А не делали разве? Вроде бы нет. А посмотри, у Гидона тыкни дерево, может тебе гид покажет. Та я что-то сейчас и делается. Скилл. Нужна лесопилка? Да, лесопилка. О, лесопилка. Цепь, железо, 10. Древесины. Так просто делай? Угу. Тики железо, блядь, да. У нас свинца до хрена. А железо мы толком и не собирали в цей раз. Ладно, я пошел по железу. Я думал, у нас так на железо там полный сундук. Да не, нихуя. Никто не собирал его. Тем более у нас в основном то медь, то еще и херня. А медь это не железо. Свинец тоже не железо. Так, ладненько, я пока копаю. Вниз. Конечно, я не трогаю. Так, разбирку прокопаю, будем быстро. Будем быстро вас спускаться. Ой, еще одна лаборатория. Долго еще попасть. Добавься. Подкову себе скрафтил. Да я поменял на более другие такие полезные аксессуары. Ну давай там не помри. Какой-то айф там. Пока больше проблема шмит на текло воды, и я просто не затыкался. Блять, да железо. Я щось і не пам'ятаю, щоб ми же... Должно ли це бути? Прикол, медь и свинец, и есть железо, ёбаный рот. Сейчас глянем.
У меня тут трошки руд есть, в принципе, можешь мою яму падать. Тут как раз на глубину спустишься, труда и будет. Там железо есть? Ну, прям железо не видел, но вот и тут. Ну, сейчас посмотрим. Писец, реально, чё, блин. Шо-шо, ноль железа у нас, вообще ноль. О, цепка есть. Железного слитка не хватает, яке. Ха-ха. Ну, сейчас пройдём. Это у нас куча руды. Ой, 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 ой. Хоть бы электричество пробил. Куда? А сюда. Да, это куда? Я имею в виду светло. А смысл, я ж в воде копаю. Я ж поломаю. А, ну да. Вот ты там можешь и поставить. Летишь. Та вот уж, уже отлетел. Куда не треба. Ай! Ой! Нихуя себе, блядь. Вот это уебал. Все, батя. Накопался. Та еще ботинка в полаве нема ходить. Летим, летим, летим. Вот тебе примерно с грибного объема и начинается вода. Где его слишком надо падать. Где-то уже рядом точечка. О, вот это что? Вот там. Багровая руда у тебя. Сколько там еще копать? Уже чую звуки. А вот мы и все вроде. Прибыли. Понял. Обставляем, чтобы мы уже понимали. Тут че это? Можно только тут похариться.
Он спичка, конечно. Зато богато хорошо. А, помнишь, Костик, мы, чтобы эту руду переработать, нужно наш обсидиан смешивать с этими с рудой. И нужна утопитка еще. Адская. Утопитка. Как ты залетел? Куда? Через верх. Те, що нема крюка, теж первого крюк появився. Там, блин. Опасненько ты так пазиш? Чего? Я ж то знаю, що как бы лава. Наносу урон тільки, коли ти там пол повністю покритий нею. А чё? Коснулся разок, уже 50 получил дамага. Ебиться. Слушай, будто бы мы прошли. Ладно, я понимаю, когда я первый раз тут заходил. Тогда да, тогда я відчуваю страх. Вот так. Опа, звуки какие страшные. Ладно, я пока бутылку привязаю, потому что с бутылкой. Ёбаный в рот, я чуть не умылся. Я уже умылся. Ну чё, ща, исправим. Не, ну так тут прикольно, что падает, это, зельки. О! Бля, нет! А, у меня с собой червоточек надо. Ты все забрал? Я вообще их не нашел. Только что я выбил черва. А. Бля, я в сундук кидал. Ой, блядь. И не видел. Будь здоров. Спасибо. А почему это? Ну пока эти банки бьем. Их денег хотим много падает. Ладно, похуй. Спускаюсь далее. Падать так падать. Я пока летаю, надо будет сам эту печку мыть. Сбил мою траекторию. Кто сбил? Та якийсь монстр. Мене глаз спрацював быстрее, чем я побачив. Це називається, я по залізу спустився, да? Ну да, ти ж хотів там заліз. В итоге пішов у ад. О, я нашел печку. О, чудово. Судячи по анімації, яку я бачу, чорти йдуть. О, один даже с вуди. С вуду. С вудой, с вуди. Червоточина. Как раз в самый неподходящий момент, когда ты далеко. Та я не дуже... А, ну да, це ж ти с'єбався. О, зелье обсидіановой кожи. Можно будет бухнуть и пойти копать рот. Ёбаный рот! Что-то лава меня зараз любит. Дуже-дуже. Я люба писать. Thank you.
Нічого, може зараз все та слідків надибуємо з сундуків. Може бути сундуков даже. Тигани б'ються больно. Не понял, що за грибок. Де грибок? Все тяжкийся гриб якийсь знайшов. О, какую-то новую штуку выбил. Демонический костяной пик. Такой сейчас с тобой не выбивать. У меня какая-то русская. Неприятный пепельный сталактит. Еще червоточина. А Костик, нам червоточина вообще летит. Еще две червоточины, ты жалоб. Опять я купил. Тихо, я тут выживать намагаюсь. Кукла Вуду выпала. И мне тоже. Гань тут сыпятся. На эти деньги. Заебись. Жук. Это не я. Это не я, блядь. Она сама. Блядь, ты угораешь сейчас? Да ладно. Ну как ты хоть призвал, расскажи. Я ебу, я вообще гида не кидал. То може з этого, з черта випала кукла в этому, у лаву. Может быть. Так это же хп не показали с полоски. У мене... Я не знаю, чё воно так. Знаю, що прийшло. И дало пизды. А гиддох? Да. Первого. Пока припрется. А куда ты казал призывалки складывать? Там сундук будет с ним. Ладно, если хочешь, я пока здесь могу выпить зелье псидиановой кожи и потом покупать кучу. Да, я сейчас приду. Блять. Сундуков таки куча псидиановой. Не зовсім. А ну повтори до призивалки. В дуке, который самый такой прям край. Зелёный? Так, зелёный, да я брошу. Оброшу. На самом верху, да? Да. А, всё, понял, понял. Блять. Чуть тряпки не по этот.
Ладно, побегать быстренько накопаю руды. Блин, да, дофига с куклами, тут все с куклами, чуешь? Если замочить, то, то кукла упадет и все. Ну вот, бачишь, а мене ще б виняв. Да вот ты, глик, думай, ебаный, что ты робишь там? Я ж то вспомню, что куколу стену призыва. Того и не юзаю. Блять, я аж злякався. Опа, червяк. Оп. Со стены. Сюда, купа. Демонический костяной пи... 75 урона. Уф. Черты ебать. Их же пиздец, тут дохуя. Ебать их тут, Костик, ёбнешься, это копать руду под водой, под лавой не успеваю, мне ебашит. Да, знаю. Почему я умираю так часто? Мне нежелательно умирать, ту зельку я бы использовал. Да иди нахуй, чёрт! Сейчас мне пиздать придёт. Да, блядь, эти червяки тут не ебашат. Тебя вот не будут, хотя и переключаются. Ты за адский камень? Не. Ой, эти червяки уже пришли. Заебись. Ладненько. А, гид же сдох, да? Ну, я же не винен, что кукла сама этот из монстра выпала в этот. Выступаешь. Не кукла. Да ебать ту Люсю! Ой! Хуй! Не знаю, блядь, ты хуй знаешь. Может ты мой, может ты не мой. Ты сам хуй. Хуй. Так чей хуй? Не знаю. Я просто наблюдаю два хуя. Да и пусть. Нічого там подобного, диви, каже. Нічого ти там мого не наблюдаєш. Ну Андрій каже, хуй його знає. Я у нього питаю, чий хуй знає. Да я не глухий, я чув. Якщо не його, значить мой. Костик замовчав щось.
Замолчал. Ау, хвостик. Угу. А ну, отойди. Андрюха, отойди. Ну, я думала, ты мне кажешь, отойди от Андрюхи. Андрюха, от двери отойди. И спать. Что ты дверь? Я двери не мою. О. Спать. Кто открыть не мог? Все, вот так. Угу. А, это же нам адская кузня нужна. Так, погоди. А чё я не могу этот адский камень? А, точно, адский камень надо купить. Костик, шухер. Что шухер? Шухер. Всё нормально. Падаем. Костями. Так там по 40 урона, чё бы не. Я ж танк еб. Это твои черты тут так лазят. Не знаю, как это. Ладно, мои. Так, ладненько. Так интересно, что с того крепкого. Никогда ничего не падает такого. Или падает? Да, какие жезлы. Жезлы? Пиздати жезлы. Пиздати? Так, просто форманули первого. Да. Не, просто, ну, по начале вроде на 6 их нет. А по закінченню цього нашествия там босс був якийсь? Босс був в хардмоді. Скільки колючих шаров, потім так, магічний урон, плазмений жезл, сломаний гарпун. О, знамя гобліна, це єдине, що випало таке полезне. Ну я знаю, тут у них хороше нашествие. Зараз там якийсь типчик прийде, треба на нього купити сразу ботиночки. Так може йому хатку треба поставити? Надо, я ще на тим часу буду. Можешь перекинуть эти трофеи наверх? Выше, типа. О, да вы гаврики поприходили. Поприходить-то проприходило, а заселяться-то нехуй. Я знаю.
Слухай, може тут, а, как бы, подъемчик зробим? Да, та делай, я ж, знаешь, я ж не против. Делаем подъемчики, что на просто. Будивельник. Ну, тоже помогай будивельник. Сейчас подпитание три будивельника, помогай. Что там тебя по этому? О, ох, ебаша, ты шо? А шо, почём? Насчёт голды. Не знаю. Давай пока застроимся, а потом уже будем голдуть. Что у этого гаврика есть? Ой, залупа в него. Ой, в него залупа. Это пиздец. Костику надо. А полезная какая? Типа дерево ебашить пошел. Угу. Вот только даже лудей понадобился. Да? Нихуя не стало. Тоже дерево на лицо. Угу. Ну, так я не засаживал так близко. А дождем гавриков. Батю маску поменял? Не. Да. Не. Ну, спой, котик. Достраиваемся. Так я за деревом. Так я вам 400 штук принес. Ого, серьезно? Угу. На. А тебе хватит? Хватит. Так, где у нас верстак? Сколько на двери сделать? Раз, два. Раз, два, три. Шесть. Девять, 18 дверей. Ебать. А, ты это еще повар будешь делать? 18 дверей, 19. 125. Вот, еще. Факела там у тебя есть? Того. И 9.
Накидаешь факелов? Да. Понял. Ну, вроде делаем будки, как ты, к этому примеру, должны, по идее, застроиться. И заселиться, по идее. О, гид. О, чуешь, возьми эту штуку. Подивись, что. А я тоже хотел цаить за одну несколько еще вещей. Давай, скажешь. Хайте пиздюк сначала засылается. А шо, он внизу бегает. Да хай бегай сейчас. Да, он так на раз засылится. Уху! Шепот эфира. 579 урона, нахуй. Правда, скорость низкая. Блять. Так мы, может, его сделать не можем? Манипулятор древних — рабочее место. Да, это когда... Без модовой в финальный босс игры. Без модовой террарии. Заебись ты, конечно. Там замахи делай. Даже обычно террарию не прошли. Ты хочешь, чтобы с модами. А демоническая ракушка, если приложить к уху, можно услышать это... крики «Смотри, не наступи». То есть, я так понял, ты ПХЦ клавер. Это... Да? Да, телепортирует к вар. Старинный порошок можно экипировать, увеличивает скорость добычи на 15%, находясь под землей или в преисподнюю, сопротивление урону и защиту на 10%. А наплечник шлак... Расщепитель, можно увеличивать сопротивление урону во время рывка. Враги, сквозь которых вы совершили рывок, подвергаются дебафу потресканная броня. Тулуп. Можно экипировать, призывает электрического баламута. Выкинула. Спасибо, Алоэ. Потом зелье зерга расходует предмет. Защитная скорость врагов. Потом дьявольский рассвет. 551 урона. На адской кузне можно сделать. А, подожди. А не, манипулятор древних, блять. Подревник прошел. Подревник прошел. Так что делаем ракушку преисподней, блять. А? Это сделай полезная штука, в принципе. Сделай полезная, я думаю, штука. Две делать. Одну, а там уже посмотрим. Я бы хотел, один будет падать, а второй за ним бегать, понял? Ну, один уже будет там шары бить, а второй будет падать через дырку. Понял, принял. Хотя бы так, хотя бы так. Так, мне нужны сундуки, сундуки, сундуки. Сундуки, пиздюки. Сундуков, пиздюков нема. Сундуки, пиздюки. Сейчас осталось общагу-то делать. И все будет, по идее, шикарно. Так, Жанна, я еще там из пятого интересного делается.
А ты куда, Птик? А? Ты куда, Птик? А я тут. Не, про то, что ты куда-то убежал. Да никуда я не текал. Ты дома. А на шесть у подрывника ничего интересного, у дриады что есть. Вот здесь какая-то орхидея. Как-то не помню. Все, будки подходят, ты все проверил? Думаю, да. Я не проверял. Я уверен, что да. Потому что ты по моей аналогии робил. Ну да, манипулятор древний такое. А наковальник какой-то тук делает. Наплечник, а ты расслабился? Ну да, что такого собирается? Сверхкрутого. Поэтому, ну и острый. Спокойной ночи. Надо бранич. Пимой кити. А чего у вас спи? Пимой кити. Бо почую, что отключаюсь кити. Спи, мой кити. А солнце кити. Спи. Спить. Дай солнце. Спить. Что, блин? Спить. Что ты сделал? Да пидорасы пролетели. А ты благополучно спите. Понял. Зато как ускоряет время доставки эта ракушка. Где? Тело. Да. Ну это хорошо. Это хорошо. Та я свідів, тому що, по-перше, бічівці прилетіли, а по-друге, этот адський камінь здобував. Поняв. А ти собі його на що хочеш? Та я просто є. Нам. Щоб було. Пойдете. На що там? Вже з ним не буде. Той самый кирпич, как и горит. Да? Ну, если ты на нём стоишь. Не. Если ты на нём стоишь, то вроде так. Да.
Петрушки пошались по этим, по джунглям. Да, я заметил уже. Сука, херово, что темный. Ну, понятно. Темно. Должны еще и гаврики прикрепить. Ай-яй-яй. Вот такие. Так, подгорает. Магмовый камень. Это пока фармим. Что-то вообще капец. Дрюкает трошечки. У меня какая-то мрачная масса выпала. Материалка. Что он делает, я пойму. Ты пидорас, блядь, решил меня вытолкать на лаву. А что за таймер? А, это годинник. Не знаю, что за таймер. О, сундучок нашел. Закрытый? Мабуть, да. То, что фиолетовым ключом відмикається. Ай! Тут-то хорошо, в принципе, только темп. Ага, пиранил этот пиздюк. Мотишь, конечно. Что? Кого? А ты ж там мотишь. А что, чё-то на этих пидорасе? Не, ты там знамяки ты добываешь. А, так то у тебя. Разве не у тебя? Да, у тебя, у тебя. Чипки летят. О, нихуя себе, нарешті, блядь, роза выпала. Обсидиан. Роза. Це я могу это, создать собі сапоги тепер лавові. Поняв. Я тоді довго їбашив, а тут охопа і на. Ну, это хорошо. Да, це чудово. Тільки, блядь. А! Ходіть ви. Ну і похуй. Я розу добув, мені вже переживати. Грубий пепельний середньої скорості. Ха, ты утонул, да?
Сейчас подожди. Я хочу. У нас трошки позаселялись гаврики. Угу. Это хорошо. А ну. Слухай, а ты не помнишь, где нам взять этот... А то верстак, где мы з'єднували аксессуары. Я жду, что он падает с этого. Ну, чтоб гаврик пришел. Вот тот. Как его там? Чтоб гоблин пришел. А он скоро придет. У нас же место есть. Здесь. Ты меч не зашел. Такие звуки страшные. Ты меч не зашел. У знахарки бывает. Вот там уже потрошишь. Надо знахарем потолковать. Подожди. Наполнитель духового ружья. Ну, пока ничего не будет. Ничего цикавого. Нихуя себе, оказывается, тут я могу спокойно себе выковать этот, вот эту обсидиановую розу, только нужен обсидиан, роза джунглей и адский камень. Я шибу, а там я ебашу, ты шо? Ну, не повезло. С кем не бывает. Слухай, Андрюха, мабуть, треба уже закругляться. Знаю. Сейчас трошечки сильно отобьем. Для боковую. Блин, чё ж не приходит тот гаврик, который с ботиночками? Окей, грязь. А, точно, значит, тебе надо и балыки. Кристалл жизни. Оружку сложить. Где у нас оружка? Оружка. Где-то была оружка. А, в верхних сундуках. А ну-ка, я запыстненько на один варик слетаю. Попробую гаврика разобрать, если пойдет дело. А где ракушка у нас лежит?
А за рак. Ну что, мы оттуда море поехались. Где-то лежит. Зачем тебе эта ракушка? Я хотел борщ положить, это то, что Влад. Интересно, нафига позвонки нужны? Сейчас Костик Ван Трай, может, все-таки замочим, трошечки вперед продвинемся. Да не, Костик, идет дело. А ты да? Отравли в этом, в кровавом биоме. Слева. Угу. Угу. Ну что ж, а что ты на в зеленой команде? Подожди. Блять, я не успел только что завязать дельку. Манчи, как только можешь. Не могу я на пчел. Секунда. Червоточины есть? Червоточины нет. У меня с собой. Ебать, надо было выложить. Ну, проёб получается. Получается. Запиздишь. Небо сверкает голубым светом. Халлилуйя, дождь из мужиков. Хей-хей. Есть, папа, запотели. И, а не, выпало. Кривой зуб червя. Увеличивает урон ближнего боя на 10%. Быстрая кровавленная гетта. Скрытные удары пробивают 8 защит и стреляют на 30 здоров. Слабый колбасник. Что за колбасник? Чуть ты колбасник, колбасник ты. Сейчас тебе по колбасе надо и колбасник. Заточенная аорта. Ну как шматки с него, такой себе. Образец крови. А тебе образец выпал? Да и у тебя должен быть. Нет. А, да. Да. Я. То есть это
Она слилась в моих очах. Блин, только фигово, что я ж не подготовился. Мне сейчас взять зелье телепортации домой. Кину тебе червоточину. Хотя мы теперь можем добывать аэролит. Который в облаках. Руда там такая есть. А ты еще не был же в облаках, ты не видел, что там робится? Не. Какие там робятся, пиздец. Так что можно сделать со стримом? Ну, покизуйте, мои, покизуйте. Так, призывалку надо сделать первым делом. Попробуй себе пофиг. Нужно находиться на кладбище, и там мастерская изобретателя должна быть. Чтоб создать огневой мозг. Потрошитель, зубастый шар, плоть неверности. Призывает щупальцеобразный шар из плоти, разбрызгивающий на врагов кровь. Можно, в принципе, попробовать что-нибудь. Угу. А ты не видел у нас... О, у нас есть косточки. Отлично. Стоп, где оно все делается? И из чего делается? Создание... Угу. Багряный алтарь. И... Багряный алтарь. Все, Костик, сейчас буду. Я тебе скажу так, некоторые эти... аксессуары... переделаны. Это как переделаны? Это, то есть, дивися, был... маги свет аксессуар, там просто свет приношение давал. А тут, короче, ускорение и торможение на 75% увеличивая и этот бонус к скорости. Ботинок. Ну, переделали трошки, может, улучшили. А чем плохо-то? А ничем. Ты не помнишь, у кого реактивные ботинки можно было взять? Вот сижу этого типа. У какого как типа? Которого нас нет. Ого, а, бля. У щука. Блин, когда я выбью зеркальце, мне без него вообще что? Так его же скратить можно, алло. Серьезно? Да. Ну, сделай зеркальце. Ща, я помню, бачилось недавно на него. Хотя там в облака пойти, я хуй его знаю. Считай, недавно бачив на него у гида. Ресипт. Оружие сложим или продадим? Не зашло тебе. Херня. Ну хорошо. Я призывалку сделал. Вообще железная руда нужна была. Я бы купаю одни козельки назвать. Где зельки? Спой сделай. Не, зелье возврата, это новое. Тебе подкову скрафтить или не? Подкову надо? Да подожди, может подумаешь, как-то там ведь аксессуары. А что-нибудь более быстрое такое, сейчас будем думать. У нас по аксам. Нужна печка. Печка, стекло и алмаз, три штуки.
Так, печка, стекло и шо? Алмаз, 3 штуки, сейчас загляну. Кстати, алмаза, походу, у нас и нема. Было б 3 алмаза. Хотя, подожди. Ну да, нема. Так, интересненько, интересненько. Вопросик сейчас. Я, походу, себе поменяю этот полностью. Цвет. Так, сапоги оставляем. Аэрокамень. Вот раз кукухкалась. Блин, прикольно, опять в связи с пчелкой, аэрокамень реально штука классная. В связке с пчелой. А ну-ка, пойду еще карману хавать. Блять, сова заебала уже. Так, у нас же еще призывалочка есть. Не, Костя, кружка с ней вообще слабая. Только что тут, скорее всего, мы открыли аэролит. Вот то и тема. Значит, кружки шо можно с него попродавать? Сраку, грошей заробим. Скину тебе зелье червоточины. Ты в сундук зелья мы скидай. Там оно больше нужнее будет. Так, что же интересно за аэролит? Где его искать? Есть зелье гравитации? Есть. Не приходит гаврик, гоблин. Не, хреново. То ли мы должны найти его в подземелье связанным? Вполне возможно. Вот то, помнишь, мы у пещеры лазали? Ой, не в пещере, а в замке. Угу. Походу в замок надо идти, но поначалу надо завалить скелет. И там еще чувиху, эту инженерку. Да, там они вроде есть. Фак. Сейчас, Костик, я за этим аэролитом. Есть контакт. А
ты можешь сейчас ко мне... А, стоп, ты же на каждое облачко будешь тратить, это получается по червоточине. Нет, это фигня. Катя, котик, ты можешь делать ту кирку, которая из адского камня? Потому что я сомневаюсь, что этой руку киркой добуду Эрли. Подожди. Та что тупая кирка погибели, чи шо? Да не, вроде и так работает. Тупая. Да не, вроде зашибись. Сейчас подобываю трошки тебе скину. Позверишь, что с него делается. Это может понравиться. И бабочка не помешала. Было бы вообще в тему. Ну, вроде бы обычной такой точно не было руды, которая в облаках. Ну, в облаках вообще не было руды. Ну, значит, все-таки добавили. Интересно, а мы сможем еще этот крафтить? Я не скажу, это перековать. Может, там какой-то специальный нужен верстак или печка. Скорее за все, что да. Интересно что-то. Какой-нибудь бабушку сделаем. Гарпи еще не видно. С накарка пробег пролетает. Ча, вивер надо добрый день скажет. Да не, вивер ночь. Не рано. Да, и ничего не мешал. После плоти. Не, вивер на после плоти. После кого? Я... После стены плоти. Хиба? Угу. Да, а вот и гарпи. А это для Костика, ну тестируй. Тестируй, тестируй, тестируй. Гля, шо я гля? Гля, ёбаный. Только наша наковальня, походу, бибы сошла. Не может она это сделать. Так, что мы можем сделать? Перейду корону. Муромасса, кольцо гарпии, увеличивает скорость передвижения, максимальное время полета увеличивает. Крылья! Крылья! Да, только для крылья надо эссенции еще. Не-а, без эссенции, если бы все пока. А эссенции полета не? Так, серьезно что ли? Я бы знаю, куда залеталось. Кинжал Гаусса можем сделать. Импульсивный пистолет. Блок содержания поглотителя звезд. Призывает биомеханическую лягушку, извергающую плазму на врагу. Электрошокер. Выслеживающий диск. Фасады какая-то. Запускает быстрее пеля солнечного света. Луч валькирии. Дотожедушенный. Воздушный волчок. Сломанный клинок био. Ух ты, 45. Единиц урона. Деревянный меч, орлитовый слиток, акадский камень, земля, камень, бенис. Копье золотого пера. Фигня, клинок ветра. Вот наколочный дровой есть. Полный патрон ветра полезный. Пушка снежного слова. Самовая сила, небесный пронзатель, турбулентный.
посох песчаного акула надо. Не столько там оружия, Костя. Да, Костик, ты только глянь, где ты есть. А ты в команде? Я зеленый. А где ты есть? А, ты там же районишься. Да, блядь, пока ты там лазаешь, мне скучно стало. Да я ж новую руду добыла. Там столько брони, столько оружия нового, там писать постоянно. Не выку... А где создавать это барахло? Так там же пыша у Гида. Наковальня. Ну, на наковальне. Помощная плита и перья. Солнечная плита и перья. У нас такое есть вообще? Интересно. А на чуть-чуть накапаем, здесь тебе скину руду, выберешь, что ты себе хочешь новое сделать. Может, это понравится. У нас есть трошки перья. А вот солнечные пушки. И там реально топовые пушки. Тебе должны зайти. Тебе должны понравиться. Давай, чухай до домку. Да, у нас нет солнечных плит, нет перьев, поэтому отправимся оформить это барахло. Еще один сундучок пошел. Ладно, руду я скину. Сундук с рудой. Глянешь. Потом такого цикавого. Ты что там этот? Да, интересно, какой с него еще дроп есть. Рина больно бьется. Убыли. У тебя что, солнечная плита есть? Надо пойти сломать сейчас. Где он, на зельке? Зелье гравитации. Побыстрее. Призывалка закинутая. Список призывалок пополняется. Я на сколько буду, сколько.
Я в шоке. Хочешь, погнали вместе, полетаем. Сейчас скину эти слитки. Я надеюсь, я ненадолго, бо мы уже очи болеть. Ну давай еще дотяжу сейчас. Давай, смотрите. Ты дельку взял? Кого? Дельку взял? Я нахера не брал, мне не брал. Короче, ты посмотрел, типа? Ну, типа, подавился. Что произошло? Ну, не все подавился. Ладно, я пока слетаю, ты пока распадаю себе какую-то оружку. Так, я нашел лабораторию в этом в космосе. Ну-ка, тебе нужны вот эти какие сердца, или не особо? Да, да, да. Просто они есть в воздухе или все. О, вот и пригодилась небесная мельница, нахуй. Серьезно? Ага. Надо только вот эти плиты. Да где чушь за плитами? Вообще крылья бы сейчас в идеале с картой. Ну, сейчас же крылья не мозга. Сейчас же за крыльями хочу полететь. В первую очередь пытаюсь найти их сейчас. А ты что, уже с крыльями чешу? Не. Я этот... как его? Выпил зелье гравитации просто. Гравитун? Да, я уже не могу сердечки использовать. Я уже максимум купил. О, вижу вроде бы тучку. Тучка. Что есть? Солнечные плиты. Я ебошим, ебошим, ебошим. А сколько их нужно? Чем больше, тем лучше. Сейчас на гриб будет сиди. Ну. Сейчас попробую снести полностью дом. Что там еще нужно, чтобы сделать крылья? А, перья, что ж. Ну, перья гарпии. 10 штук. Это чтобы для двух пар. То есть тебе и мне. 10 штук. Так, там еще новую ружку выбил, тебе там вот есть такая. Блин, походу все. У меня больше гравитации. Только на пчелке вот это. На пчелке сюда лечу. А пчелки нету. Точно, что у тебя будут крылья. Не можешь попробовать ты долететь. Я тебе могу дать пчелку и крылья. Тебе будут хотя бы солнечные плиты выпей и птиц эти крылья. Сколько крылья? А у нас вроде бы до силы жалования.
я забрал. Один. Ебать, багровый биом уже начинает достигать наших пределов. Пупер я вниз, короче. Надо будет с тобой, походу, то ли платформу устроить, то ли хер. Ладно, как, давай тебе скину все это надо. Крылья. Вроде все, что было, все скинул. А с оружием что, прям вообще ничего не скачал? А не дае. А ты тоже на ковальне сделаешь. Я знаю. У меня все ресы на руках, но не дає. А нет, дає. Пизжу. Ну, тогда ты будешь крыльями. Тебе тоже создать? Сухой. А тебе же на вторые хватает? Да, да. Тяги плохо. Все, двойной прыжок нахрен, крылья сюда. Что, серьезно? Да. Тільки ненадовго редбул дає крила. Ну, от босса вмансить хотя бы можно. Да, це да. Тепер осталось ману вкачувати. Прикольно, в принципе. Да. Столько барахла всякого. Ну шо, от босса вмасить, конечно, получше будет. Намного. Ну, можешь так раз протестировать. А кого нам? Так, я тогда это, солнечные вот эти скину там, где сундук с этим и с рудою. А, шлем, давай. Изношенный, например, прошу, это я забыл, фрарол, так у нас. Не, мне моя башка больше нравится. Ух ты, ого. Бери любую, которая больше нравится. Оружка хуйня, скажу сразу. Что, прям конкретно? Угу. Мнение эксперта. О, оружка. Ну давай сейчас возьмем прозывалку, даже две. Попробуем. Сейчас продам. О, гаврика, это ровно. Так, ресурсы на пташку. Куда тут? Нет, это не те сундуки. Все-таки кого-то нам не хватает. А может, места нема. Давайте все позаселяли все. Это вообще-то притворность. Нафига выкинулся. Генератор тумана. Огончик. Засели так чисто. У меня 10 хвилин, не больше. Я понял. Ну, давай попробуем все равно. Я как раз таки 10 минут рассчитываю. Куда? Сейчас, чек.
Сейчас одну штуку. И все, выходите. Редбул не надає крила. Надає крила. Так сказать, крафт. Сейчас я этот платину выложу. За свои бабки, правильно. Все, поперли, поперли. А кого пиздить будем? Да попробуем пофармить этого гаврика, который... А, кровавый. Вот эту кисту? Угу. То с него может еще такое интересное падает. Побачим. Я уже на месте. Если с него ничего интересного не падает, ты дерьмочек. Ох ты ж, блядь! Арканина какая-то. А что я в лес? Какой-то гамбург. Давай, Сергей, я папа. Да ебать ту Люсю нахуй. Да иди нахуй! Ааа! Ты шо, без зелья? А кто сказал, что я с зельком вообще? А зелька, что там вообще? Ёбаные червяки, блядь. Сосать. Ты живучий, конечно. Пиздец. Ничего нового, я тебе скажу. Вообще никак. Угу. Образец крови. Ну, стандартные ресурсы. Не надо. Попродаем. Не знаю, вот. Попробуем еще одного гаврика запустить. Пизда. Ты б меня подождал, чи шо? Ладно. Терпи, значит. Бог слизней. Ебать, 35 кусков, ты уверенный? Я нет. Это же не особо. У него хотя бы атаки не закончились. Того гавка. А, только вспомнил, что у него не конченые атаки. Так вот, все помню. Нихуя не кончен... Ни разу не кончені. Зуби, конечно. Трошки надо накликати. А ты... Такое. Я, значит, з ілюзії його бодався. С иллюзией? Ага. А не, не с иллюзией, с красным слизнем. Охуенно. О-о-о. Сейчас день наступит, и они изникнут. Не, днем они еще. Это как слизню, помнишь? Слизнюка, слизнюк же не пропадал. Ну ладно. Ай, блядь, поебалу пролетело. Давай,
Наш вездовых процессов. Эбонитовые? Чё, блядь? Да... Там ще это... Какая-то херня летая. Я какой-то черепа понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пизда мне. Да, пизда. А нет, ты сильный перец. Ну, сейчас за голдой треба загонять. Просто барахло продадим. Пиотика. Рожки заработаем, хорошо, нет. Ну, одно заработает. Сразу призывалки бесконечно. Можно их не фармить. Фармить труба. Эй, ты что спать хотел? Ну так я ж ты пахаюсь. А, понял. Ты бы так я даже вылаживаться не буду. Ваша году скину и все. Ще одна платина собрана. Давай там бабки. Все котягать. Кстати, Костик, иди спать. Да, на все добре. Доброй ночи тебе. Тебе тоже. Дякую за игру. Хоча сказав, що не буду розкладатися, все одно вже по звичці розкладую перед виходом. Так, на цьому стрімчик по грі на серваку з модом Calamity завершується. Дякую вам за увагу та на добраніч. А щоб не пропустити наступні стріми, натисніть на сердечко, тобто слідкувати. Пока!